уважаемые телезрители, детей до 16 лет, а также лиц с неустойчивой психикой, расшатанные за время предвыборной кампании, просим переключить телевизоры на авторскую программу Сергея Даренко. А для всех остальных в эфире очередной выпуск программы про это. Нет, я, конечно, извиняюсь, но нельзя ли как-нибудь поконкретнее? Про что, собственно, и про это? А то у меня, знаете, пригласили в качестве эксперта, а тему не уточнили. Михаил Сергеевич, а еще ведь недавно с нами вместе пели «Как один умрем в борьбе за это». А, так это про то. А я, знаете, как-то сразу не понял, не сообразил. Боже упаси, Михаил Сергеевич, это не про то, это про это. Про любовь в ее самых странных, причудливых, порой необузданных проявлениях. А сегодня у нас особенно деликатная, я бы даже сказала, щекотливая тема. Любовь к России. Скажу вам со всей кавказской прямотой, люблю отчизну я, но странную любовью, да, странную. Ты бы лучше помолчал. Одномандатник. Нет, нет, Борис Абрамович, об отклонениях в этой сфере мы поговорим попозже. Я предлагаю начать разговор с рассмотрения традиционных форм. Прошу вас, Борис Николаевич. Вот именно что. Традиционных российских нам всякие там Франции с Америкой не указ. Я, значит, уважаю старую проверенную позицию, когда я, понимаешь, наверху. А вам никогда не хотелось, ну, например, переменить положение? Я переменю положение только в июне 2000 года, в полном соответствии с Конституцией. Меня это положение вполне устраивает, и Россию тоже, кстати. А как вы реагируете в случаях, когда она все-таки остается вами недовольной? Ну, как реагирую? Расстраиваюсь, конечно, но потом беру себя в руки и работаю с документами. Ну что ж... Борис Николаевич, спасибо за откровенность. Следующим, видимо, будете вы, Владимир Владимирович. Почему это он? А я что, хуже, что ли? Хуже. Чем? Чем Путин. А вы что, лучше? Лучше. Чем? Чем Путин. Господа, господа, я прошу вас успокоиться и предоставить, наконец, слово Владимиру Владимировичу. Ничего, ничего. Я по первой своей профессии предпочитаю слушать. Тогда я скажу. Тем более нашу позицию все время извращают. Представляют нас в виде каких-то садистов. Но мы не садисты. Садисты не мы. Вы вот спросите господина Чубайса, когда он вводил свой ваучер, а вся страна умоляла его не делать этого, почему он не остановился? А кто говорит, что мы не ошибались? Не так ввели. Эти люди годами насиловали нашу... Такого они только не насиловали в своем валютном коридоре. И лишали единственной бабьей радости – эмиссии. То есть вы считаете, что удовлетворение возможно только с помощью эмиссии? А вот этого не надо. Не надо из меня какого-то маньяка делать. Эмиссию надо контролировать. Кто спорит? Ну, надо сдерживаться, как говорится, до последнего. Но уж когда припрет, тут уж, конечно, ну, ай, куда деваться-то? Ну что же, если вы кончили, я передаю микрофон новому участнику нашего шоу, ой, простите, нашего шоу, Сергей Кожугетович. Как вам удалось так быстро завоевать сердце России? Я ничего не делал, она сама. Я вас понимаю. Настоящий мужчина не распространяется о своих победах, но все-таки... Да я правду говорю, она сама. Сергей Кожугетович, но хоть намекните. Не виноватый я, она сама ко мне пришла. А куда ж ей еще идти, когда он в телевизоре целый день торчит? Россию она чем любит? Ушами. Вот и оно. Она уж лапшу вешает. Про меня вообще написали, будто я ВИЧ инфицированный и хотел заразить Шеварнадзе. Завтра же дадим опровержение.
что вы не хотели его заразить. Господа, господа, у нас приличная, добропорядочная передача. Не превращайте в бардак. Здесь вам не дума. Или что там у вас еще есть? Да ничего у них там нет. Ни за душой, ни наоборот. Я вам откровенно скажу, положа, как говорится, руку, я тоже, Борис Николаевич, такую позицию уважаю. Когда вы наверху, он Аяцков подтвердит. Ей-богу, он так прямо и говорит. Черномырдина, говорит, никто нагнуть не может, кроме Бориса Николаевича. О, а то есть умники, лезут раньше времени и сбоку пристроиться норовят. При живом вам, в смысле вас. Да кто они такие? Чем они вообще, как говорится, могут? Виктор Степанович, вы на кого намекаете? Да я не намекаю. Я просто хотел, как одномандатник, но могу и воздержаться. Воздержание вредно для политика. Следующему России буду я однозначно. Да вы же Альфонс, вы же все за деньги. Ой, я вас умоляю, это разве деньги? Я фаворит. Коммунистов России давно уже разлюбила, к Путину до лета 100 раз охладеет. Кого еще выбрать? Только меня однозначно. Не Примакова же. Ну почему же? Старый конь борозды, как говорится, не вспашет. Но и глубоко не испортит. А у нас целая группа энергичной молодежи с вот такими программами. Постыдились бы, юноша, про гроба там. А они поодиночке трусят. Мы-то как раз не трусим, Григорий Алексеевич. Это вы боитесь брать на себя ответственность, а мы уже все попробовали. Ну и что из этого вышло? Ну это уже другой вопрос. Как писал Пастернак, и поражение от победы ты сам не должен отличать. Ну хорошо, вы не отличаете, но партнерша-то отличает. Она может просто не понимать своего счастья, но мы ей объясним. Правда, Владимир Владимирович? Конечно. Счастье – это когда тебя понимают. Прошу вас, Владимир Владимирович, продолжайте. Спасибо, я продолжу. Свой военно-полевой роман с Россией? Во-первых, это не роман, это глубокое взаимное чувство, причем надолго. А во-вторых, у нас нет никакой войны. Идет обычная спецоперация. К тому же под наркозом. Интересно у вас получается. Операция местная, а наркоз общий. У вас, говорит, ревность, Григорий Алексеевич. Как мужчина, я вас понимаю. И даже сочувствую. Но что делать? Учитесь проигрывать. И все-таки, Владимир Владимирович, что вы обещаете России? Любовь до гроба. И кто кого, по-вашему, в гроб вгонит? Вскрытие покажет. Плохая реплика. Да-да-да-да-да-да. Очень плохая. Очень невыгодная для имиджа. Надо сказать, мы будем жить долго и умрем в один день. Остроумно. Давайте перепишем. Прошу прощения, но это невозможно. Программа идет в прямом эфире. То есть... Как в прямом? Кошмар. Ой, кошмар. Борис Абрамович, сделайте что-нибудь. А что я могу сделать? Мы совсем забыли, это же не мой арык. В смысле, не мой канал. В какое вы нас положение поставили? Эй, кто-нибудь, дерните рубильник. Сейчас, сейчас. Руки прочь от свободы слова! Ну что ж, уважаемые телезрители, наша передача, видимо, подошла к концу. Теперь это будут делать со всеми нами. Но я не хочу в этом участвовать. Господа, кто будет держать свечку? А кто-кто? Гарант в пальто.